Хлеб всему голова. Но чтобы важнейший продукт появился на столе, нужно здорово потрудиться. Никита Никулин, будущий механизатор из Самарской области, победил в компетенции сельскохозяйственные машины. Уверен, чтобы земля приносила хороший урожай, нужно правильно за ней ухаживать и следить, чтобы техника всегда была в рабочем состоянии. Ну, стране она по-любому нужна, потому что мы обслуживаем сельскохозяйственную технику, выращиваем ту же пшеницу, зерно различное. А без этого не будет ни хлеба, ничего. Вся техника встанет, если не будет ее обслуживать. В полуфинале WorldSkills встретились более сотни участников из 13 субъектов страны. Жюри определило лучших в 15 компетенциях. Повара, кондитеры, автомеханики, сварщики, каменщики на протяжении недели демонстрировали не только блестящие знания, теории, профессии, но и практические навыки. Победителей окружного этапа WorldSkills поздравил глава администрации Самары Олег Фурсов. Техтехнологии, та методика, то оборудование, которое предполагается для выполнения заданий, а значит и для работы в дальнейшем, оно требует особого умения, особых навыков. Ребят, вы являетесь базовыми такими специалистами, которые будут на расхват в ближайшее время и которые за собой потянут новую культуру труда. Всероссийский конкурс профессионального мастерства впервые прошел в Тольятти в 2013 году и принес свои результаты. Количество ребят, поступающих в среднеспециальные учебные заведения, увеличилось. Из колледжей и техникумов ежегодно выпускается около 30 тысяч человек. На производстве их ждут с распростертыми объятиями, особенно тех, кто отличился за время учебы. Те ребята, которые принимают участие, они с радостью идут на предприятие, но самое главное, что и предприятия их берут. Очень много предприятий посетили эти мероприятия и ко мне подходили и говорили, что мы ждем этих ребят. Мы хотим, чтобы они работали именно у нас. В полуфинале WorldSkills заслуженные награды получили в том числе 7 участников из Самарской области. Победители окружного этапа, решающая профессиональная битва, ждет в мае. Ребята встретятся в суперфинале в Казани. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.